Всем привет, дорогие друзья, на связи Кася да Юрч, ребята. Сегодня со мной играет Димка Федоров. И да нет, так это опять онлайн с рубрикой «Битва за тачку». Кокосики! Это та самая рубрика, где мы с помощью подсказок, а именно фотографий, должны найти машину, которая спрятана где-то на всех просторах GTA 5 онлайн. То есть это может быть абсолютно любое место, которое, в общем-то, мы постараемся сегодня с Димкой найти, потому что Ваня ведущий, Ваня снова спрятал для нас тачки. Ну и, как правило, у нас по 5 подсказочек, да? Или побольше сделал? Сколько ты сегодня сделал на подсказочек? Я, слушай, много сделал, даже не считал. На всякие? Наклепал, да? Окей, понимаю, ребят. В лучшем случае проведем 2 раунда. Давайте начинать. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, ребят, на канал. Сделайте так, чтобы красная кнопочка подписаться стала серой. Ютубчик это любит. Ну и, конечно же, ребята, не забывайте подписываться на второй канал. Ссылочка есть на него в описании. Слушайте, ну давайте сразу сходу, как мы обычно делаем, по одной машине спавим такси чисто. Давай лучше Волгу. Я хочу Волгу, а что, прикольно? Чисто таксовать по Лос-Антосу будем, что нет? Правда, ее надо перекрасить только в желтый цвет, чтобы... Разлетелись просто в разные стороны. Все, я истинный таксист Лос-Антоса. Короче, давай первую подсказочку сразу с ходу. Я поехал. Первая пошла. Так, первая уже пошла, я еще даже не успел ВК, ребята, открыть. Первая мусорка. В мусорке есть подсказка? Все, как вы любите. Димка, да, Димка знает все мусорки Лос-Антоса, это мы давно уже прочухали. Куда ехать-то? Куда ехать-то? Сзади типа, ну... Сколько превьюк делал в этих мусорках? Да, ну, в принципе, да. Перелазил, наверное, много пересмотрел. Я смотрю, что там еще подсказочка небольшая есть. Секунда. И подсказочка довольно-таки интересная. Вот только вопрос, в какую сторону двигаться. На каждую подсказку это у нас 2 минутки. То есть, ну, через каждые 2 минуты выходит новая подсказка. Поэтому это нужно думать оперативнее. Давай. Пока идеи особо нету, ребят. Пока колесим. Подкачаться. Ну, кстати, дело хорошее. Короче, ребятки, участвуйте также в поисках. В комментариях пишите, как вы думаете, где находится тачка. Потому что я комментарии все читаю. И некоторые ребята, кстати, угадывают, действительно. Конечно, не знаю, после того, как просмотрели ролик, написали или наоборот. Но вот то, что меня бот подрезал, это было что-то жестко. Так, а где такая мусорка? Ну, слушай, а это... хорошая, да? Согласись. Опа. Ну, нормально такая. Наваливает бак. А, на выхлоп, посмотрите на ее. Ну, кстати, да. Ладно, не дрявый глушак. Уже хорошо. 4, 2, 1, я понял. Что у нас там этот по подсказке следующей? Пока идей-то как бы немного, я бы сказал, мало. Прошла минута с копеечками. Серьезно? Мусорок очень много, ребята. Поэтому вот так вот сходу сразу найти тачку, но это везение, если только. Ну, либо если ты реально профитно знаешь, где тачка. Только или не только. Или не только, да. Оп. Новый поворот. Она это сделала, она смогла. Тут-то нету. Ну, смотря куда ты приехал. Я на самом деле пока кружу по району просто. И все. По району. А если я тачку взорву, я же могу потом себе другую левую заспавнить? Ну, Волгу, да, другую левую можешь заспавнить. Да, другую Волгу, да. С такой же шашкой. Феррари. Феррари. Волга лучше. Хундай. Хундай. Понимаю. Или это была попытка угадать тачку? Другое. Так. Что там подсказку-то? Короче, подсказка улетает вот уже через 3. А ну-ка. 2. 1. Так. Ну, не лучше. Так. А вот это уже максимально знакомое здание. Где это было? Блин, я знаю это место, я не помню, куда только ехать. Вот здание прям максимально такое, вот оно одно, можно сказать. Бывает такое. Мы в одной из серий, короче, катались, искали. И вот прям такое же здание там было. Блин, где? Ну, допустим... Где же ты? Блин! Где же ты? Это интересности! Апельсиновый рай. Почему апельсиновый рай? Не знаю, что нет. Бананы и кокосы? Потому что все-таки это... Новый год, все дела. Апельсиновый рай. Ой, кстати, вчера мандаринов накупили пакет целый. Я думаю, куда? Кто их есть будет? Главное, чтобы не испортились быстрее. Да не испортится. Их же специально привозят. Чуть ли не зеленые. Так, слушай, ну... Я видел, как переводят через границу с Абхазии. Братан, там все везут очень, как бы, знаешь, ну... Так, не очень, по да? По специфичному. Понимаю, да. Слушай... Мы загорели идею, я захотел кушать. Кушать?
Ну... У меня уже готовится обед. Уже обед, понимаю. О, чё? А не, у меня уже готов. Уже готов. Как жалко, что ты с нами. Да, поэтому, да, что скоро обрыв сети, там, да. центр говорит о том, что будет обрыв проводов. Кстати, там, ребята, напишите в комментариях, как у вас погодка. У нас, короче, уже типа минус 17, а снега нету. Где Новый год вообще? Что происходит? Я недоволен всячески. Прям вообще у такое у нас себе. У столько снега, что я охерел уже. Я уже заколебался. Так у нас был снег, понимаешь? Снег. У нас все растаяло уже 300 раз, сейчас холодно, а снега нету. И вот только ближе к Новому году обещают там что-то. Я надеюсь, подсказка хоть на снеговика-то выпадет. 3. Так, я пока приехал, вообще непонятно куда. Поехала подсказка номер 3. Ага. Да, я знаю, где это. Я тоже. Прямо знаешь, где это? Ну, я, конечно, карета не знаю, то это место или нет, но я как минимум знаю, куда я сейчас еду. Целенаправленно, ребята, сразу в комментариях пишите, вот прямо сейчас, на данной секунде, если поняли, что это за место. Слушай, а Волгарь за 200 едет, нихерово так-то как бы. Без чуповок. А тут не до подобной хрени. Дима там вообще втопил, конечно. Смотря куда он втопил. А меня больше смущает пандус на самом деле. Пандус, пандус, пандус. Пандус, пандус, пандус. Там, да, задний. Задний пандус? Угу. Пандусина. Так, а это не то место. Интересно, Димка здесь или нет? Понятно, по пандус. Вы друг от друга... Трубы? Как бы сказать-то так, чтобы корректно. Любите короче, друг друга? Короче, ну а это я не знаю. Это уж я... Вы не раскрываете эти тайны. Да я не знаю, что там вообще у Димона в голове творится. Начнем с этого, ну да ладно. Так. Да ладно, чего уж ты. Я, конечно, фантазер, но... Слава богу, фантазер. Что в другую сторону работают мои фантазии. Так, где это? Это нереально не это место, серьезно. Тебе стопочка и все будет хорошо. Не, ну любому стопочка и все будет хорошо. Что-то как бы вообще не этот, не определил ситуацию. Так, мусорки. Мусорки, мусорки, мусорки. Я уж не... Привет, мужики. Что, как дела? Туда приехал. О! Во! Мусорки, мусорки. Где? Следующая подсказка, она будет такая уже. Определяющая. По факту. Кого? Кого она по факту определит? Ну, место расположения такое, думаю, уже будет. Так стоп, вот же они. Подсказочка. Ну вот же они. Подсказка прям. Пошла. Так, давай, 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 давай. Ну да. Это я правильно приехал. Странно, я был не там, где я думал. Автобусы, ну, не да. Автобусы. Ты, конечно, путешественник, тот еще ничего не скажет. Димон вообще уехал? Да, Димон вообще уехал. Ну, я здесь, типа, но тачку я до сих пор не вижу. Либо я, короче, не проснулся. О, нуждики вообще, смотри, как стоят, прикольно. Опасно, правда? Сбей, прикинь, куда сидит внутри, сбей. Да, я тебе про то и говорю. Сбей их, сбей их, сбей вниз. А их нельзя же. О, не, можно. Можно? Прикольно. Такое себе. А где тачка-то, алё, ёкарек, макарёк? Ёкарек? Так, вот это вот меня смущает. Chicken Bells. Откуда он здесь вообще, кстати? Нет, прикинь, он пустой. Так, ладно. Удивительно. Вот они, бочки. Так где тачка-то? Куда ты ее заныкал? Я, да, вот сказал, что. А где? Я был там или нет? Ты уверен, что именно здесь находится место? Да. Ну ладно, если уверен, то хорошо. Есть второе такое же, я буду максимально удивлен, если честно. Давай подсказку. Димон, там нет. Через 30 секунд. Димон нервничает. А я реально не вижу машину, ребят. Вы ее заметили? Нет, я сколько здесь уже бегаю, просто порожняком, так сказать. Ну вот, бочки я нашел, вот эту бочку с ящиками я нашел, но я не вижу машину. А почему? Опять радиус такой разбросанный от тачки, или что я, как это работает-то? Ну сверху-то их точно нету сверху. Ну вы будете удивлены, я думаю, что там, Димка, говорю. В смысле, а что через два летаешь, а? Я к тебе залез, я тебя увидел. Что здесь стоишь? Ну и я сюда запрыгнул. Что палишь? Смотрю просто, наблюдаю, что вы делаете. Подсказка улетает. Так, я максимально не вижу тачку, но она максимально здесь. Полюбасу должна быть. Ну да, это место я уже видел. Это с той стороны. Да где машина-то? Подсказка будет...
будет, наверное, самое определяющее, вот так скажем. Типа, вот если вы ее увидите, и вы все поймете, скорее всего. Я вообще не понимаю. Да, тут же... А вон эта штука. О, ёб твою мать, серьезно? GP1, Макларен. Я даже не знал про это место. Что вообще? Да. Прыгни к нам. Я случайно сюда забежал. А, внутри. Да. Димон здесь был. Внутри, понятно. Ой, тут еще прозрачное все. А я тут катался же, я тут да, катался. Ты здесь проехал и уехал, да. Серьезно? Я не знал, что открывается да. дверь, я случайно забежал, вот серьезно, ребят, скажу. Но я место уже по третьей подсказке понял, я сразу сюда целенаправленно ехал. А, вот это. Да, да, понятно. Да, то есть максимально похоже. Что ж, ребят, ну интересно, прям вообще нестандартно. Я вот про это место не знал, напишите в комментариях, знали вы, что здесь можно зайти внутрь или нет. Ну а мы отправляемся на второй раунд, пока что 1-0 в мою пользу. Давай. Так, там, кстати, Ванек скинул еще одну подсказочку, я вставлю вам в первом раунде. Ну а мы выбираем тачку сразу сходу, получается, на чем поедем. Давай. Ой, у меня плохо, давай, на самом деле, надеюсь, у тебя получше. Что поедем? Так, ну это не считается. Да, очень хорош. Идеально вообще. Всякое лучше, чем мой маслкар. О, просто гора. Гора копеек, рублей, деревянных. А что нет? Это идеально, прикинь, Ванек. Нет, понял. Это шикарная тачка. Подсказка пошла. Так. Это лифт или двери? Ой, а мы в ловушку. Попали. Мы в ловушке. Мы реально в ловушке. Так, ладно, окей. Типа двери, ребята, и все. Как бы похоже максимально на лифт. Вообще не похоже, непонятно. Маленький козыречек синий-голубой, даже какой-то лазурный, не знаю, там лазурная синева или как это называется правильно. Это Вайнвуд. Нет, я сомневаюсь, что это Вайнвуд, если честно. Это что-то типа магазинчика бутика. Ну да, что-то такое, типа заднего хода. Я думаю, дверка. Че, как я врезался, я отлетел, а бот вообще по барабану, он даже ничего не сказал, такой сидит, чисто не вдупляет, что произошло. А я плюс-минус поеду вот в этот, наверное, район. А, здесь уже максимально, ой, интереснее все. Это в какой район? Да что с тачкой, что ты там делаешь, Ванек? Да вообще жесть, я из стороны в сторону болтает, я понять не могу, что происходит. Так, и вот тут, типа, вот, пожалуйста, что-то похожее, но нет, да, ну не, это было бы слишком легко. Нужна вторая подсказка, скидывай сразу. Сразу? Скидывай сразу. Димка нервничает. Это хорошо. Скидывай сразу. Да подожди ты, все же, все по чесноку, все по времени. Все идет, как идет, своим чередом. Чесночку не хотите? С мясцом? Жареных гвоздей не хочешь, а? Гвоздики. Жареных гвоздей не хочешь? Кто помнит моменты черепашек-ниндзя? Я сейчас не помню. Очень забавный момент. Типа, черепашки, сдавайтесь. А жареных гвоздей не хочешь? А? Жареных гвоздей не хочешь? Да все, успокойся. Кто хотел, да уже получил. Подсказка полетела. Да, вот это будет рациональнее сейчас. А здрасте, да, граффити. Это, такое? Блин, понимаешь, это то же самое место, просто вторая стена. Вообще пазл. Да. Просто пазл. Но... А что за граффити, кстати? О, здорово, пацаны. Что там, это проехал? Пуфли, я его даже не заметил. А что за граффити такая в стиле паука, кальмара, осьминога? Да-да, это... Игра кальмара. Крабик. Похоже, это крабик. Игра в крабика. Танцуют крабиком. Да, все танцуют крабиком, именно. Танцуют крабиком. Ну слушай, я максимально пока не понимаю, что за место, но козырек где-то я такой маленький синий видел. Да уйди ты отсюда. Занято тут. Так. Не езжу там, где я езжу. Так я и не езжу, ты приехал ко мне как бы. Так, нам. Давайте поможем Димке и Юрке определить, кто куда приехал. Пока непонятно еще. Не, это я думал реально изначально, что это район, но не похоже. Да что ты делаешь? Кто ему право дал? Да я все равно не знаю, куда ехать, поэтому какая разница. То ли просто... Типа, все равно ж едем куда-то, давай хотя бы поинтереснее, ну, погоняем друг с другом. То самое чувство, когда ты едешь по своим делам, а за тобой какой-то этот чучундр привязался и мешает тебе жить просто спокойно. Который думает, что хочешь с ним гонку, да? Да, когда просто на светофоре стоишь, какой-то пупил приехал, а там газовать начинает такой. Так, мастечка, дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Не, слушай, у меня идей нету, я даже не припоминаю такую граффити, типа осьминог. Что, и улетает. Может, конечно, банда какая-то, но...
Банда-осминог. Да, банда. Осминожек, блин. Так, так, так. Ну, ноль вообще, пока ноль, ребята. Двери максимально такие, как бы, обычные. Ничего, как бы, выдающегося, выделяющегося нет. Давай подсказку. Давай, да, я тоже максимально пока не понимаю. Вторая полетела. Значит, третья уже. Это что, бункер? Ну, один в один, похож, да. А таких дверей я вообще не знаю. То есть, как бы, вообще-вообще не знаю. То есть, сколько текстур было перелопачено с троя карты, я никогда таких даже и не видел намеков на такие двери. Ну, это хорошо. Ха! Да, я бы не сказал. Да, я тоже это думаю, что-то... Что-то... А куда как ехать-то? Цемент? Цемент? Это хорошо. Цемент? Ну... Нам-нам-нам-нам-нам-нам. А сколько всего подсказок? Потому что три первых прям вообще никаких. Ну, еще есть раз, два, три, четыре. Четыре. Ну, как бы, там такие сейчас уже. Следующая будет тоже такая, типа, издалека. Давай каждые полторы минутки выкладываю, потому что, ну, что-то пока прям вообще пока по нулям. Пока непонятно, куда ехать. Вот реально идеи, ребята, нету. Типа, ну что, что тут может наводящееся? Скинь. Да скинь, но не парься, через 3 секунды. В смысле, скинь подсказку секунд, или типа Ванёк скин? Это вот вопросы. Скинхед. Хед, который? Да. Розовая машина стала. В смысле розовая? Ты ее красил сам в розовую? Она была белая у меня. Розовая была? В смысле, ты ее давно покрасил в розовую? Ну, у меня она была белая. Вот я ехал, она была белая все это время. А это что тут автобус стоит? Вот так сразу грузовик. Это когда такое было? Это норма. Подсказка улетает, пацаны. Я приблизительно был близок, но... Парковаться нельзя. Ну это да, это тоже ни о чем максимально. Максимально ни о чем. Ну, есть там некие подсказки, пацаны. Ну, типа, я понимаю, что это парковка, ноу паркинг, камон, но... Так наоборот, это не парковка. Ну, рядом, типа, место, где... Ну, может, входная часть. Ну, все, там больше нет подсказок. Стена, типа... Нет, там, ну ладно, вы не видите, я потом скажу вам подсказку. Здесь нет. Лишай... Ну, типа, тень столба с антенной. Ну. Тень стан, да, с антенной, но там необычная антенна. Чего? А какая? Ну, тень, она такая, она необычная. Ну, ты видишь такую вот... С конденсаторами она... Димон, электрик. Да-да-да-да-да. Нет, там, короче, видишь, есть такая, типа, полуовальная хрень, она есть не везде. Может быть, может быть. Если честно, никогда внимания на столбы не обращал настолько, чтобы смотреть там трансформаторы, тарелки или еще что-то. Ты играешь в GTA уже 8 лет, или сколько там прошло уже лет? Не, ну глаза бросаются, но... Внимание на столбы. Да-да-да, знаешь. Но когда говоришь, катаешься типа в GTA 5 уже 7 лет, типа... А тут, да, пожалуйста, что-то новое. Ладно, подсказка через... Давай, давай. 5, 4, 3, 2, 1. Полетела подсказка. Вот там Юрай Штоп Гейминг Джоинг. Отлично. Ну, две подсказки осталось, вот, но они такие, типа, уже. У меня вообще пока идеи нету, реально. Не, ну, типа... Я изначально думал, что это какой-то, типа, магазинчик, типа, элитный, но вот эта стена это сзади вся... Это не где-то 100%. Ну, maybe, maybe. Если только, типа, больнички, чего-нибудь центра... Ну, максимально странно, но максимально интересно. Придется, наверное, немножко ребят подрезать, пока идея вообще ноль. Может, раз в минуту? Да, давай, потому что, ну, вообще пока ноль, вот реально ноль. У тебя, Димон, ну, хоть ладно. Какие-то соображения есть? Я ищу эти столбы и примерно я приехал в это место. Так, а я примерно нашел стену. Да ладно. Это, ну, блин, ну, тут таких бутиков-то нету, наверное. О! Привет! Ха, Лотус! Нихера себе! Да, а как я сюда выехал? Рандомный пацан. Рандомный пацан, вообще просто. А где тут? Ну, первая фотка была сделана вот здесь, если что, вот она. Так вот я тебя не вижу, давайте прыгнем. Я смотрю за спека за Юрцом, я что-то вообще не понял. Я прям расстроился. А, ну говорю же, знакомо максимально, блин, вот смотри. Ну да, мы это место-то знаем, постоянно здесь тачки тягали, типа... так, это... А, вот, да, смотрите, ребят, чего вообще? Понимаю. Ну или вот, вот такая же тоже дверь здесь. А вот и осьминожка, закрытая контейнером. Ты что, контейнер удалял? Да.
Серьезно? Максимальная подстава. Ладно, ребят, кстати, это место уже было очень давно, прям то же самое, та же самая нычка, другие подсказки только были. Ну, я тупо просто выехал на машину, я даже не знал до последнего. Это, да, было максимально как-то интересно. Была такая подсказка. Так, давай, да. Вот такая, все, они типа... Это что за витрина вообще? А по последней понятно сразу. Но... А где ты витрину нашел? Да, что за витрина? А витрина вот здесь. Это вот тут где-то спереди. Прыгайте на меня вот здесь. Что вообще? Так. Да, вход в театр, если что. Нифига у тебя крайности. А... Да-да. Ты, у тебя есть внутри интерьер? У тебя ничего нету? Нет. У меня настолько стекло стеклянное, что у меня просто даже не видно, что внутри находится. Понимаю, разница графики. Вот, пожалуйста, приехали. Да, ребята, вот такая вот серия получилась. В любом случае, я сегодня побеждаю 2-0. Максимально интересные нычки. Пишите в комментариях, делитесь, и знали вы хоть одну из них или нет. Но вторая была прям максимально, ну, жесткая, я бы сказал. Что ж, ладно, всем приятного просмотра. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Всем пока-пока. Пока, ребят.